Всем привет, ребята! Сегодня мы готовим очень вкусную и быструю пасту, для которой нам понадобится всего лишь два ингредиента, ну и сами макароны. Это копченый лосось и такая у нас сметана. Ребята, вода закипела, мы закидываем макарон. Пока макарон варится, мы приготовим заливку к макарону. Итак, нарезаем лосось. У нас 150 грамм копченого лосося. Нарезайте, как вам удобно. Нету разницы, кубиками, полосочками. Так, лосось мы порезали. Закидываем его на сковородку буквально за 2 минуты до готовности макарон. Мы наливаем на разогретую сковородку чуть-чуть масла. И высыпаем наш лосось. Буквально 2 минуты прошло, мы будем добавлять сметану. Макарону осталось около 2 минут. Сейчас мы будем сливать их. Сметана у нас густая, так что можно добавить 2 ложки воды, в которой варятся макароны. Жидкость наша чуть-чуть подвыпарится, и соус станет гуще. Итак, подливка загустела немножко, мы будем высыпать макарон. Перемешиваем все. Еще буквально минута, и блюдо будет готово. Вот такая консистенция у нас получилась. Уже загустело довольно, так что можно выключать газ. Всем приятного аппетита, кушайте вкусно и готовьте быстро. Всем пока-пока, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.